опухоль головного мозга. Игорь Игоревич будет заниматься. На завтра на первый стол давайте пишем. Из клинических проявлений у пациентки эпизодическое нарушение речевых функций и легкий рефлекторный правосторонний гемипарез. Нас окружают события, они всегда связаны с конкретными людьми. Людьми, о которых мы знаем много или о которых совсем не знаем. И, ну и, соответственно, люди, которые создают эти события, которые создают эти дела, они нам известны или неизвестны. Наш сегодняшний герой, Дмитрий Андреевич Долженко, относится к той категории людей, о которых знают все в крае и о которых, наверное, знают очень и очень многие в системе здравоохранения Российской Федерации в целом. Учился, ну, будем так говорить, средненько, посредственно учился. Особо тяги к медицине не испытывал. И вот после 4-го курса мы были на сельхозработах осенью. С нами поехал преподаватель, врач-невропатолог Бакадаров Анатолий Васильевич. И по вечерам он нам рассказывал про нейрохирургию. И я просто влюбился в нее. И я помню, когда первый раз попал в операционную, оперировал зав-отделением мой предшественник Василий Павлович Казаков. И он открыл головной мозг. Я увидел перед глазами головной мозг. Я был настолько очарован, что мгновенно принял решение. Я буду нейрохирургом. Это Дмитрий Андреевич, когда хотел стать нейрохирургом, учился вслепую вязать хирургические узлы. И все вот эти косички, это все набор узлов, это все делалось, в смысле, там же, внутри, в ране, там немного увидишь, когда это надо много еще и ощущать, и все это длительными тренировками. Вот, и мы экспонируем этого медвежонка и показываем студентам, как достигаются результаты у хирурга, в смысле, в его потом будущей профессиональной деятельности. Дмитрий Андреевич показался мне достаточно суровым, может быть, даже несколько хмурым человеком. Но как потом показала практика, что это связано, ну, во-первых, с работой, большой ответственностью. Мне всегда представлялось и виделось Дмитрия Андреевича, помимо вот этой яркой, харизматичной личности, там еще и элемент созидательности, который в нем, безусловно, и сегодня присутствует. Есть один хороший человек, мой друг, бывший председатель крайздравотдела, Аскалонов Артур Александрович. Может, вам приходилось слышать эту фамилию, это мой хороший друг. Он как-то писал мне на меня характеристику и написал такую фразу. Дмитрий Андреевич уживаются две вещи. Это романтизм и жесткий прагматизм. Прежде всего, конечно, в отношении с коллегами, в профессиональной среде, мы его знаем как честного, принципиального человека. В отношении с больными – это очень добрый, чуткий человек. В отношении семьи и друзей – это любящий, нежный человек. Я установил жесткое правило для себя. Я пришел. Я уже к 8 часам знаю все, что творится в отделении. Потом приучил, мне стали докладывать, когда открылись региональные центры, сосудистый региональный центр открылся. Я уже знаю всю информацию по Алтайскому краю, где какие больные находятся. Мне дежурный врач уже рассказал, в каком районе и где произошли ДТП, и где находятся больные, на которых надо обратить внимание, или вылетать туда, или выезжать. К 8 часам я имею всю информацию, что делается в Алтайском крае по всем службам. Лидия Николаевна, сейчас что-то беспокоит или нет? Абсолютно. А онемение в ноге? То есть онемение еще держит, сохраняется. Но это месяца 2-3 еще будет. А так все, у нас все нормально. Новый год будете домой, Снегурочка домой, только домой. По его инициативе был создан еще нейрохирургический инструмент. Это алмазные скальпели. Первый на свет появился вот такой скальпель. Это длинная ручка. Здесь у него алмазное лезвие, значит, для любого хирурга острый инструмент, это зависит от этого успех операции. Я вспоминаю слова нашей первой выпускницы Тимошниковой, доцента Тимошниковой. Она сказала: Владимир Васильевич, из Димы, она его Димой называла, из Димы обязательно получится отличный преподаватель и видный ученый. И Зинаида Александровна не ошиблась. Действительно, мы сегодня видим, что это крупный специалист нейрохирургии,
прекрасный педагог и отличный человек. Вот все мои ребятишки, они готовы, извините, что их так называю, но они на самом деле мои ребятишки, это мои дети, они готовы работать круглосуточно. Если они работали сутки практически, дежурил ночью, наоперировал, пока он этих больных утром не перевяжет сам, не убедится, что все идет хорошо с этим больным, он никогда не уйдет с работы. Итак, мы святая святых в операционном блоке. Операционный блок – это три нейрохирургические операционные. Одномоментно во всех сейчас идут операции. Мы сейчас пройдем в операционную, где мои ученики проводят наиболее сложное оперативное вмешательство, удаляют опухоль головного мозга. С этим всем я пришла к Дмитрию Андреевичу, чувствуя себя обреченной. Не утешал меня, не говорил, что ой, да ерунда, потому что он понимал, что я понимаю. Но он сказал, мы тебе умереть не дадим. Он мне говорит, завтра и с вещами, если не хотите, сесть в инвалидное кресло. Я ему поверила, что то, что он говорит, надо делать. И вот один раз, это было летом, также полетели, получили вызов, взлетели, летим над южным поселком. И в этот момент вертолет стал кувыркаться, бросать столы из стороны в сторону. Пилоты в шоковом состоянии, их теперь домой отправят, потом наверняка какое-то время их будут реабилитировать, а меня на операцию посадили опять в вертолет. Последняя книга Дмитрия Андреевича о развитии санитарной авиации в крае и часть жизни, конечно, его связана с санитарной авиацией. Первое время, вот, когда она открылась, санитарная авиация, я уже почему начал, инфраструктура дорог была слабо развита. И все замыкалось, чтобы доставить врача именно к пациенту, чтобы мог оказать реальную помощь, прооперировать там. Вывозили не так уж и много. Дмитрий Андреевич очень активный, очень думающий человек, поэтому он много очень сделал для развития нейрохирургии. Это самые сложные были пациенты и для санитарной авиации. Особенно транспортировать больного было большим риском. Довольно сложно было. Сейчас уровень сознания какой? Уровень сознания 13 баллов. По шкале полноглазого умеренное оглушение. Сопутствующая патология, кроме, конечно, гипертонической болезни. Гипертоническая болезнь – атеросклероз сосудов. Тогда отправляйте больного. Больному показано оперативное вмешательство по поводу внутримозговой гематомы в результате острого нарушения мозгового кровообращения. У нас и магниторезонансный томограф, и компьютерный томограф, все самое современное оборудование, и больной сразу получает специализированную помощь. То есть теперь мы в настоящий момент приблизили специализированную помощь к больному. Подобный труд, в том числе и по нейрохирургии, и по санитарной авиации, он позволит сохранить большие заслуги врачей-нейрохирургов, врачей санитарной авиации, анестезиологии, реаниматологии, которые оказывали помощь в очень непростых условиях. Тем не менее, несмотря на то, что Дмитрий Андреевич как будто бы вот так отдается работе, но тем не менее он не забывает и свою семью. Давненько в этом году не топили мы. Гори, гори, ясно. Вообще, это семейная наша такая фишка, скажем. Это мы все у нас знают, эту нашу историю. И вот взяла, тут у нас внук, он учился в начальной школе. Когда я узнал про сочинение, так получилось, что я гостил у бабушки. Она рассказала мне очень интересную историю. Было это давно. Бабушка заканчивала медицинский университет.
она хотела пойти на ухо горло носа. На ухо горло носа. Мне вот это больше всего им нравится. Однажды, когда бабушка была ассистентом на операции, на нее упала лампа. Бабушку положили в отделение нейрохирургии. А утром пришли два доктора. Один из них не мог отвести от бабушки глаз. Это и был мой дедушка. А в общем-то, через полгода мы поженились. Он трудоголик. И я даже не знаю, это хорошо или плохо. Вот он сам такой, и он всех за собой тянет. Я сразу могу сказать, кроме того, что моя жена работала, занималась хозяйством дома, детьми, ей приходилось еще и заниматься, мне помогать. Я писал статьи, а она редактировала эти статьи. Ой, не знаю, как бы я вообще вытянул докторскую диссертацию без нее. Я, конечно, понимала, что работа занимает огромный пласт в папиной жизни, это что-то очень-очень для него важное. Но все свободное свое время от работы он проводил с нами, со своей семьей. Причем это было всегда очень активное времяпрепровождение. Зимой это лыжи в лесу, летом это походы на озеро и купание до посинения. Прежде всего и бабушка, и дедушка – это те люди, которые создали для меня дом. Я знаю, что если я приеду в Барнаул, то меня всегда будут ждать там любимые люди и очень теплое и родное место. Самое большое сражение в мире, морское, это Ютландское сражение, когда сошлись два великих флота. Это Великобритания и Германия. Эта битва длилась сутки. Адмирал флота стоял на мостике и был удивительно спокоен. А почему он был так удивительно спокоен? 50 лет назад он начал свою карьеру юнгой. Потом младшим матросом, потом матросом, потом офицером. И так он дошел до адмирала. Он был уверен в себе, что он выиграет и победит. Вот, наверное, и так же и в медицине. Пока ты еще начинающий, у тебя есть эти пробелы, ты переживаешь. Но если ты проходишь, начиная от медбрата и заканчивая главным нейрохирургом края, этих пробелов становилось у меня все меньше и меньше. И оттуда теперь появилась именно вот эта вот уверенность, почему я поступаю так или иначе в той или иной ситуации. Кортика, понта, церебеля, дентата, рубра, спиналис. Вот теперь я тебе назвал, теперь давай ты повторяй. Можно еще раз?